Инструкция по эксплуатации дизельного генератора Atlas Copco CAS-60 с номинальной мощностью 48 кВт. Для начала использования эксплуатации данной станции первым делом требуется перевести переключатель массы в положение вкл. Далее вы переходите к приборной панели и запускаете приборную панель вот этим тумблером. Начинается процесс загрузки приборной панели, он происходит достаточно быстро. Для того, чтобы запустить непосредственно генераторную установку, вы нажимаете зеленую кнопку старта, для того, чтобы остановить, красную кнопку остановки. Для того, чтобы посмотреть параметры дизель-генераторной установки, вот у вас приветственный экран, вы листаете. Вот сейчас у вас стоит на приветственном экране сетап. Сейчас вы перелистнули на S3 вот этой кнопкой вправо. S2, S1. Когда вы дошли до S1, вы можете вверх-вниз вот так вот переключать параметры. И у вас будут разные параметры отображаться. Главный автомат установлен вот здесь. Включается он следующим образом. То есть он поднимается вверх и, если надо, фиксируется вот этим маленьким тумблеручком. Ну и, соответственно, обратно точно так же выключается. Здесь у нас находится под стеклом клеммная колодка. Соответственно, первые три клеммы — это силовые кабеля, то есть три фазы, это ноль, это земля. Соответственно, для того, чтобы правильно эксплуатировать эту электростанцию, вы запускаете ее уже с накинутыми кабелями, ждете порядка 30-40 секунд, пока она выйдет на свою рабочую, на свои рабочие характеристики, и затем включаете автомат. И, соответственно, выключаете в обратном порядке. Сначала выключаете автомат, ждете 30 секунд, чтобы установка остыла, и потом выключаете. Можете выключить вот так, но тогда она выключится через полторы минуты, то есть она сама сделает отчет, тут будут показываться цифры, то есть обратный отчет будет идти, и через полторы минуты она выключится. Либо можете выключить сразу, переведя тумблер в положение 0.